это уж мелочи. Что я не с дождем.
5 лет. Вот я начал попробовать, скажем. Дома не с кем. Поехал вот сюда, смотри, здесь есть с кем. Ну, меня можно начинать. Я как тянет, я взял ракетку 28 лет. Поэтому, ну, там никто не догнать. Не, я просто сегодня двух спортсменов уже увидел. Здесь нет? Да. Здесь. Черненко я увидел. Лазов. Увидел Новикова, который 40+ играет. Да. То есть я увидел. Есть Лазов здесь, который... То есть, я не знаю, вот я вчера на Ильина смотрел, вроде... Thank you.
50 лет. Вот. Он в Турции даже выигрывал Алибей, вот этот вот мастер. А, Алибей, как зовут? Я просто... Сергей Ефремов. А, ну слушай, я просто езжу туда, да, да. Слушай? Да. Вот это мой ученик. Угу. Ну вот сколько я с ним? Он, ну он в детстве теннисом занимался в Сочи. А потом лет 5 назад ко мне пришел. Ну, конечно, технику пришлось там поменять, но он что он хочет, что он может. И как бы мы с ним работали прям вот, как он выражается, 8 корзин. 8 корзин за тренировку. И слева я ему такой удар поставил одной рукой, что он там поливает теперь. И чему я его научил? Вот удар слева одной рукой поставил и научил его вот этот вот драйв. И вот этим драйвом он, в принципе, с какой счет играет? Да, да. Да, женщина просто. И вот когда погода нормальная, да, или в зале, там он очень много набирает. В этом году вот он уже 3 турнира выиграл, 60+. Заглянул в паспорт наконец-то. Я ему говорю: Николаевич, хороший драйв, говорю, вот эти абсолютно. Играй, говорю, свой возраст, что ты, куда ты лезешь? И вот он в этом году, он мне уже весь расклад дал, сколько их таких по России. Я говорю: слушай, таких много в России, ты просто, говорю, имеешь возможность ездить, играть и так далее. Многие не работают, не имеют. Good night.
меня в Москве давно говорят, говорят, слушай, начинай ездить, другая жизнь начнется. Я говорю, ну, финансово это вот торговаться. Меня как бы по югу России там зовут постоянно, да? Там знакомых много. Ну, я там почти всех знаю. Неинтересно. То есть я знаю примерно, кого я обыграю, кого я не обыграю, то есть есть там какие-то уже заранее. А решил сюда вот ездить, но по Питеру, во-первых, погулять с удовольствием. Ну, да. У нас 38-39, сейчас хорошо, голова плавится уже от этой, и еще тренируешь в этой жаре, с ума сходишь основательно. А сюда на недельку, думаю, но заодно нас выиграю. Но в пару записался тоже, не знаю, что там. Включайте, то есть я же парк никого не знаю. То есть пару какой-то парень из Калихарда. Сейчас плюс. Ну, вроде что-то куда-то попадает. Ну интересно. Жалко вот вчера это вот тоже выбил. Как-то из графика. Да, да. Я уже три дня здесь сижу, не постучал, не ничего. Вот фактически я с вами играю.
расслабиться стало интереснее. Первый я просто, да, я понял, что все пропало, а потом мне стало уже... Расслабились, да, и стало, да, интересно. Стало интересно. Как на тренировках. Потому что все равно багаж какой-то присутствует хороший. Видите, хороший багаж. Просто сейчас погода не спасает технику. У меня, конечно, хуже адаптивность вот, под ветер, под погодные условия. Потому что... Понятно. Коротких движений тяжело сыграть. А тебя или что, надо подготовиться к удару, а подготовиться, пока подготавливаешься, он потихонечку удобную уже теряет. Поэтому тяжело. Я прекрасно понимаю. Что ветра, что паспорт, конечно, в Питере. Казалось бы, вот Лена стоит, Лена, дома прикрывает. Если бы она не стояла, мы сейчас вообще не смогли. Thank you.
ваших. Если бы не ветер, мы играли в классе, было бы еще интереснее. Ну вы же можете добавить. Могу. Вот, это вы видите. Пока, пока. Я же вижу. Пока. Я как бы играю в субботное отрабатываю время, то он играет каждый день. Да? Он не здесь, да, не в этом клубе? Нет, не здесь, постоянно не здесь. Вот. Но играет он очень много, поэтому, конечно, он набитый просто. Ну, для меня не новость. У меня дома есть такие люди, тоже очень набитые, очень давно играют, очень набитые. Именно стиль игры вот этот пушеровский, то есть... Да, подержать. Побегать, поотбивать на грунте, это, конечно. Сабля сказать не будет. Если будет ветер, то, конечно, мне будет проще. Если ветра не будет, то будет сложнее. Если будет завин, там единственное, куда поставили. Да? Ну вот он мне сегодня сказал, я спрашивал у этого Анатольевича. Он говорит, у нас летний чемпионат. То есть если один из участников говорит, я готов на улицу и нет дождя. Ну, на все на улицу. Я, конечно, скажу на улицу, потому что я видел, что он в зале. Там долго можно с ним возиться. Тем более, что понятно, что в зале он играет больше, чем конечно, на улице. Конечно. На порядок. Там, конечно. И как бы техника спасет только вот при ветре, вот так. Потому что я, например, долго бегать тоже никакого у меня желания. И я не люблю так играть. Ну, подергаю его, укороченненько, пусть побегает. Вперед-назад. Он побегает. Пусть бегает. Я уже знаю, я его вчера увидел, я уже понял, что это такое, как надо с ним играть. То есть у меня один такой спарринг дома есть. То есть я иногда укорачиваю, вижу, что хорошо укорачиваю. Я разворачиваюсь и иду. Оборачиваюсь, значит, мне летит назад. То есть бывает такое даже. Я по нему проверяю свои укороченные. То есть если он не достает, значит, укороченные хорошие, 100%. Он, если добежал, да? Да, но он любитель тоже, но играет лет 20 тоже. И раньше занимался этим спортивным ориентированием. Угу. Ну, можете себе представить, бегал там по горам. Бегал, да. То есть он, ему побегать, это вот самый первый кайф. Если бы у него еще техника была, но у него, к сожалению, отсутствует вот эта вот мягкая вот эта моторика мелкая, да, и он вот отбивает. Вот у меня тоже, у меня судорожное движение. Немножечко. Я не могу. Но это вот оно вот. Это вот у вас наоборот, вот у вас вот так вот раз бьют головит, что профессионал. Зашел, и кажется, что сейчас вообще мяч не будет. Мягко. Он раз, бля, он полетел. Вот второе движение, конечно, плавное. А мяч сидит, я даже не ожидаю скорости. Кажется, что сейчас еле-еле. Я понимаю. А у меня наоборот. Я пробегаю сюда. Зато у вас хорошие плотные удары по задней линии. Если вот я сколько раз даже натыкался на левый вот этот вот удар, его. Ну, как бы я не прогнозирую заранее, то есть у меня открытие, у меня вот дома никто так не бьет, чтобы вот там корта прям точно, и я к этому не готов, поэтому, ну тут будет играть по-другому. Он не будет рисковать, он не будет так бить. Уже, тем более он счет увидит сегодняшнего матча, да. Наверное, ну, не ждет. Не, я думаю, что я почему-то вот сразу понял. Я сегодня уже ехал, понял, что дорога займет больше времени, чем игра. Но на самом деле... Не-не-не, мы поиграем. Мы чуть-чуть дольше. Выбор ехать сейчас вот сюда, либо ехать сюда, потому что я знаю, что в Москве там как бы соберется местные ребята, все, и первый буду играть как минимум с равным себе. Поэтому я решил сюда, чтобы попробую вообще как бы, ну, надо это, не надо это, потому что я вот с ним ездил пару игр, но пара это другое, это все равно. Пары есть пары. Я посмотрел, вашу анкету открыл, вы в паре там побеждаете. Да, я лучше. Мы записались с моим партнером, с Анатолием Глуховским. Он где-то турнир здесь. Тоже, Глуховский, да. Я его видел сегодня. Да, он здесь. Тоже неплохо играет, по-моему. Конечно.
ему 35 лет, он играет почему? Он, поскольку он организатор, это его как бы, хоть он и любитель, в детстве не играл, но он очень много играет. В миллионном городе проще турниры организовывать, у нас любителей меньше. И очень, он турниры собирает по воскресным дням, одна дневная турнира воскресенья. Собирает, решает, наверное, по 40. Города в этом плане, да, и любители, вот у нас проблема, конечно, любители, за 55, вот сейчас вот последние года два я этим вот занимаюсь, да, то есть, когда я подтягиваю, у меня как бы смена поколений происходит любительская, ребята, которым 40, чуть за 40, вот они сейчас вот начинают, они организовали какую-то свою там группу какую-то в WhatsApp, что-то, все потихоньку у меня тренируются, и как вот, ну, пытаемся вот это все, но сложно, в таких маленьких городах сложно, то есть, ну, 20 человек, да, ну, все, вот потолок по деньгам, хотя у нас это стоит на порядок дешевле, но по нашим, допустим, зарплатам, доходам, да, получается, что выше головы ты не прыгнешь, если рубль в час я работаю, то я больше и брать-то не могу, не могу брать больше, потому что если я начну брать больше, я потеряю средний класс, который вообще перестанет ходить, а мне этого как бы тоже нельзя делать, да? На детских группах, сами знаете, особо там не заработаешь, приходится точечно как-то вот работать, ну, берешь ребенка там. А одно время, вот лет 10 назад, у меня было, наверное, 6 или 7 спортсменов. Я туда сходил. Мне все говорили из других, ребята, 3 только, 2-3 максимум, сойдешь с ума. Я из жизни с ума сходил, то есть 6-7 это очень много. Спортсмен. Каждый тянет одеяло на себя, я сходил с ума, и я потом 3 года с детьми вообще не работал. То есть я так наезжал вот так в детском теннисе, и еще получается, что финансовые возможности детей, да, они же ограничены. И чтобы совпало способности ребенка, финансовые возможности, тренер, это сами знаете. Да, в теннисе это очень проблематичная история. Ну, у меня ребенок занимается, ну, вообще 4 лет. Сейчас ему 10. Да? Да. Он там себя видит профессионалом. Я считаю. А сколько лет сейчас? Ну, играет. Я не ставлю все перед собой. Он, конечно, там, я буду делать карьеру, но... 10 лет, это хорошо, что так говорит. Он, да. Потому он, что обычно в этом возрасте, наоборот, ветер в голове. Не, я еще заставил Надаля. Тем более у мальчика. Так, значит, все так. Сейчас мне 10, значит, когда мне будет 16, Надаля будет, значит, сколько я еще могу его заставить? Я еще могу с ним играть. Молодец. Не-не-не. У меня дочка тоже 4 лет была на корте. 12,5, она мне заявила. У нее ушла балетная лента, но мы тоже с ней ездили, ну так она звезд не было. Ну что ж не сделаешь, вдруг вот раз хочешь играть. Да, и вот расхотела, и все, и я и мытьем, и катанием, и кнутом, и пряником, и как все, уже вот год не играет, и не хочет, и, ну, ее можно понять, то есть ее все сравнивали со мной, и ей так не дано, как мне было дано, да? Она не деревянная, но и не... Мягкости нету, и ей надоело, что я ее тренировал сам до 11 лет, потом отдал уже другому тренеру, и там, в итоге, короче, ну ладно. А у меня тренер есть знакомый в Сочи, Голик, мы слышали такого, Виталий Васильевич. Ну, он известный персонаж, он там на Ривьере всю, по-моему, жизнь работает. Сколько живет, столько...